первый дачный сезон забрала с собой пеларгонию, которая украшала мою дорожку весь дачный сезон. Какую я сеяла в этом году пеларгонию? В основном зональную. Итка, ярко. И еще последняя у меня была павла. Ну, все вот эти пеларгонии вы видели. Вот они все взошли. Все три цвета. Красная, розовая. И, я так понимаю, наверное, цвета лосось. Семена все фирмы Гавриш. Вот могу сказать однозначно, что вот первый раз я сеяла эту пеларгонию, и все семена взошли, и вся пеларгония у меня росла. И вот сейчас я ее привезла в Москву, буду хранить дома на балконе. Посмотрим, что получится из этого эксперимента. Хранить я ее буду на балконе, в таком импровизированном коробе. Говорят, что пеларгония очень хорошо зимует в прохладном месте, на свету. Как вы видите, пеларгонию я обрезала, оставив только 2-3 почки и листья. Это мой первый опыт зимовки пеларгонии. Эту пеларгонию я вырастила сама из семян в этом году. Вот хочу ее попробовать сохранить. Балкон все-таки у меня утеплен, но все равно прохладный. Температура бывает на балконе даже минусовая. Поэтому, чтобы лучше сохранить, утеплила по бокам пенопластом и проложила посерединке. Сейчас на данный момент на балконе у меня 8 градусов тепла. Но это мало для пеларгонии. Посмотрим, что получится. Ну, на этом все. Пока-пока.